Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья! С момента моего последнего ролика такого формата прошло уже около 2 месяцев, а возможно даже больше. Я не знаю, я не считал, может там потом сами почитать, если вам все это будет угодно. 100 лайков на том видеоролике вы, к сожалению, не собрали. Я думаю, давайте хоть на этом наберем, я не знаю, 200 лайков, 250 лайков. Тогда третья серия «Пути от бомжа до сам ютубера» выйдет, и она будет такой, знаете, очень качественной, очень такой проработанной. И в целом мы можем пронаблюдать такую экспансию некоторую, да, то есть вот этих вот всех путей от бомжа до кого-то там, то есть достаточно хайповая тема сейчас, да и была когда-то там в 2013 году, да и в 2017 году она тоже была вот примерно какой-то такой же, примерно вот, то есть как-то там-то все это было. Хочу вам напомнить, что становиться GTA сам ютубером с бомжа мы будем как бы на проекте Arizona RP сервере Phoenix. IP данного сервера есть в описании данного видеоролика, вы можете туда зайти, ознакомиться со всей информацией, ввести, допустим, мой никнейм Данте Коннор и уже, так сказать, отдыхать, уже наслаждаться всей вот этой вот абстракцией, абстракционной картиной, в целом я это как-то так примерно называю, и вот, то есть, вываливаю это все на своих подписчиков, которые на меня подписываются, возможно, иногда отписываются, но те, кто отписываются, я их особо сильно не люблю, да, не жалую на своем канале, тем не менее, ладно, а вот многие вообще просили меня сделать продолжение этой рубрики, я вот думал, а что вообще можно показать, то есть, уже многие талантливые GTA сам ютуберы, которые ушли куда-то там, знаете, далеко-далеко, или там еще куда-то они ушли, то просто понимаете ли, в чем дело? Они вот все, они закончили свой GTA сам ютуберский путь, я подумал, что больше, наверное, их ролики GTA сам ютуберы не посмотрят, поэтому я решил немного, знаете, со своей какой-то колокольни повторить то, что делали как раз-таки все вот эти вот GTA сам ютуберы, чтобы как бы, ну, вы сами понимаете, чтобы как-то все было, ну, что ли, получше, или вроде того, в общем-то, я думаю, что уже пора, начинать делать вот этот вот весь контент, потому что иначе я просто не знаю, что еще можно будет там, знаете ли, делать. Вот, поэтому мы как бы должны изначально для того, чтобы... В общем, в этом уроке я буду показывать вам то, как можно сделать превью для GTA сам ролика абсолютно любого, то есть превью абсолютно точно универсальное, подойдет к любому вообще случаю жизни, на любой вообще жизненный распорядок и на все прочее, поэтому вот, ребят, вы можете заходить, пользоваться. А для того, чтобы сделать превью, нам нужно зайти в программу Adobe Photoshop. Версия абсолютно точно не важна. Можете там, я не знаю, на первой версии работать, можете на последней. У меня где-то посередине версии находится. Вот, мы зашли и видим, что перед нами, допустим, какой-то там, я не знаю, белый холст положен. И абсолютно точно непонятно, что вообще со всем этим можно сделать. Потому что, ну вот лично я абсолютно не понимаю. Однако, то есть тут все такое белое, потому что мы не положили какую-либо композицию. То есть мы сюда в целом душу, я считаю, абсолютно точно не вложили, но мы должны это сделать, Вот, значит, для того, чтобы сделать нам какое-то превью, допустим, GTA сам ютубера и прочих вообще людей, нам нужна, так сказать, материя, то, из чего мы будем все это составлять, то, из чего мы будем все это делать. Для этого нам нужно создать GTA самповский скин, вот он делается примерно как-то вот так вот, пропорции примерно 25 на 36 миллилитров, вот, мы положили пропорцию, так сказать, сделали скин сампа какой-либо. Немного, вы можете сказать, что это похоже на елку, но после цветокоррекции все, типа, получится абсолютно точно нормально. Вот, то есть мы положили плагины немного, теперь можно, так сказать, написать какой-либо текст, да, для того, чтобы, типа, человек, который увидел наше превью, он понял, что мы, типа, ну, непростые люди, то есть самое первое, то... не, вообще, как говорили-то, все удовольствие от покупки — это упаковка. Вот, не помню, кто-то говорил, Билл Гейтс, Стив Хуис, еще какие-то популярные, известные люди. Значит, смотрите, ложим текст, пишем название. Вот, написали, значит, текст мы... сделали прочее, возможно, какие-то вещи. Вот, так сказать. Вот, увеличиваем после этого немного. Вот, то есть получается примерно как-то так. И, то есть, по факту тут еще можно сделать много всего. То есть можно положить всякие плагины, всякие там, знаете, Adobe After Media Encoder, все прочие вот эти штуки. Но я думаю, что это не имеет какого-то такого, знаете, особого критического значения для всего этого. Потому что, ну вот, какой смысл вообще от того, что мы будем делать дальше, что мы будем делать позже, если в целом превью, как вы можете
можете понять, готово. То есть мы положили композицию, мы выделили текст, мы написали название, да, название, чтобы человеку было как-то проще ориентироваться по нашим всем вот этим документациям и всему прочему. То есть мы все это сделали, и по сути, мы разработали определенный стиль, стайл, я бы даже сказал, превью, который у нас в целом получается. И, в общем-то, я хочу сказать, чтобы вы покупали мои курсы по монтажу видеороликов, потому что я работал на таких популярных фильмах, как «Оно», «Оно 2», видеоролики Долорензи, влоги я ему тоже монтировал, вот. И мои ученики, они востребованы абсолютно везде, начиная от Гарварда, заканчивая Гриффиндором, то есть абсолютно везде они могут учиться, поэтому покупайте мои курсы по монтажу, вот, и все у вас будет типа нормально, потому что по-другому, ну, я просто не знаю, для чего вам вообще нужна ваша жизнь, то есть многие, возможно, мои ученики, все прочие люди, они отпишутся под данным видеороликом, и как-то более-менее станет уже все понятно насчет всех вот этих вот моих курсов. В общем-то, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, вот, если вам нужна третья серия «От бомжа до самп-ютубера», то набираем на этом ролике 500 лайков, и типа видео выйдет сразу же практически, то есть у меня уже, знаете ли, заготовлено видео, вам нужно только его лайкнуть, и все уже будет нормально. В будущем я научу вас работать немного с перспективой, с 3D-моделированием, возможно, каким-либо. Покупайте мой курс по ссылочке в описании монтажа, вот, и все у вас будет хорошо. Всем спасибо за просмотр, всем пока!